Этот фестиваль – особое явление культурной жизни нашего города. Италия очень популярна у нас в модном и гастрономическом направлениях. А что касается кино и музыки, то ассоциации в основном возникают с эстрадой 70-х и ретро-фильмами. Познакомиться с современным кинематографом этой страны можно будет в рамках российско-итальянского фестиваля художественных, документальных и короткометражных фильмов. Открывает фестиваль история от главных комиков современного итальянского кино. Дуэты Фикара и Пиконе. Фильм «Закону тут не место» критики называют новым словом в жанре комедии по-итальянски. Знаменитый Микеле Плачидо привезет свою очередную режиссерскую работу «7 минут». Картина строится на образах 11 женщин, которые воплощают все разнообразие мнений, жизненных ситуаций и проблем, знакомых не только итальянкам. В рамках Дня Апулии представят фильм «Божьей милостью», который стал открытием 64-го Берлинского кинофестиваля. Это история трех поколений семьи, рассказанная через первую и последнюю любовь. Картину «Мария и Рим» называют «Амели» по-итальянски. Фильм «Настроение» познакомит зрителей с Римом и его пейзажами в форме увлекательной прогулки по городу. Джорджо Амата, обладатель приза зрительских симпатий российско-итальянского кинофестиваля, на этот раз представит новую смелую сатиру «О мой Бог», которая заставит зрителя задуматься над тем, на что хотелось бы закрыть глаза. Кстати, для полного погружения зрителей в атмосферу Италии все картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.